Видя издалека силуэт идущего к нам почтальона, стереотипом сердца вечно ожидаем известия, что на этот раз нам принесет добрые или недобрые вести. Кроме корреспонденции, мы получаем посылки, газеты и журналы. Незыблемая, хорошо отложенная связь между получателем и отправителем была частью повседневной жизни каждого человека на этой земле. Но, как и всем, неприступные крепости частично взяты 21 веком, с ее интернетом и обширной компьютеризацией. Многие считают, что всемирная связь закроет дорогу в будущее почте, что печатные издания отживают свой век. Как бы не так. Новомодный интернет магазины полностью зависят от почтовых служб. Принятый электронный заказ на какую-либо покупку даже при большом желании не пошлешь по электронной почте. Вот и прибегают все к помощи почтовых служб. Это близкое к нам, это наше прошлое, и никакие современные технологии его не заменят. Пока мы научимся этим пользоваться, не каждый знает, вот как именно подойти к интернету. Надо сначала всех нас обучить, чтобы мы и все равно... Я считаю, интернет, компьютер есть компьютер, почта есть почта. Вы знаете, я считаю, что нужна. Хотя сейчас в последнее время часто дискутируют о том, что вот печатные СМИ, журналы, газеты, они уже отживают свой век, что сейчас все переходит в сферу электронных технологий, цифровых. Но, во-первых, для Дагестана это еще не так уж и актуально. В Дагестане не так сильно развит интернет, чтобы уже отказываться от печатных изданий. Центральная почта возникла в 1932 году. В данный момент ее возглавляет Хаджат Расулова. Вы знаете, она очень даже востребованная была всегда и есть, короче говоря, потому что старшее поколение не могут без подписанных периодических изданий. Среднее поколение тоже у них есть, они отправлением занимаются, всяким получением занимаются посылок, там, бандеролей, заказами и так далее. Ну и молодежь в том числе. Я бы не сказала, что наша почта не востребована. Не бывает такого, чтобы не было клиентов там и так далее. Отдавая себя полностью работе, сразу становится понятно, что не о прожитой жизни, не выбранной ее профессии не жалеет. Асият Магомедова, Мурат Шейхов, новости Каспий ТВ.